молитва о благополучном рождении ребенка. Быстрый переход к молитвам, здоровые дети – самая лучшая награда для родителей. Когда долгожданная беременность проявляется двумя полосками теста, женщина радуется и волнуется, ведь впереди еще важный и долгий период развития малыша в утробе. Врачи-гинекологи часто любят пугать будущих мамочек возможными осложнениями внутриутробного развития и проблемами, связанными с родами. Нервное перенапряжение, страхи и стрессы действительно могут помешать женщине выносить ребенка или повлиять на здоровье малыша. Ежедневная молитва о рождении ребенка, читаемая беременной или собирающейся забеременеть женщиной, поможет ей успокоиться и наслаждаться прекраснейшим периодом вынашивания своего чада. Молитва окажет также положительное воздействие на развитие малыша, ведь голос мамы и ритмичное биение сердца будут сигнализировать на клеточном уровне, что все хорошо, что маленькое чудо ждут и любят, что малыш долгожданный и желаемый. Традиционные правила молитвы о рождении детей: молиться нужно с верой в душе, всем сердцем, искренне и с чистыми помыслами. Перед чтением молитв женщине желательно исповедоваться в храме и взять причастие. Молиться нужно ежедневно, можно дважды, утром и вечером. Во время молитвы нужно всецело сконцентрироваться на своих просьбах и не отвлекаться на суетные мирские дела. Молитву читать лучше перед образами с зажженными свечами. К тексту молитвы можно добавлять слова просьбы, идущие из сердца, они будут услышаны. Читая молитвы, не следует пренебрегать предписаниями врачей: пить назначенные витамины, бывать на свежем воздухе, чаще спать, вовремя сдавать анализы, ведь здоровье ребенка всецело зависит от здоровья мамы. Молитвы о рождении. Виды молитв на рождение ребеночка великое множество, разделяются они по смысловому значению. Есть молитвы на благодатное зачатие, на благополучный исход родов, на здорового ребенка, на правильное развитие ребенка в материнском чреве, на рождение девочки, мальчика. Покровители, к которым обращаются молящиеся с разными просьбами касательно детей, одни и те же: Дева Мария, родители ее Анна и Иоаким, Николай Чудотворец, Екатерина Ксения Петербургская, Матрона Московская. Но тексты, произносимые в молитвах, отличаются, и образы иконы святых могут быть разными. В зачатии ребенка помогают молитвы на икону-целительницу, изображающую Богоматерью постели больного церковнослужителя клирика Викентия. Также этой иконе молятся, прося безболезненное разрешение от бремени в течение всего срока вынашивания. Молитва на икону «Целительница», а Пресвятая Дева, Мать Господа Вышнего, скоропослушная заступница всех, к Тебе с верой прибегающих. Презрись с высоты небесного величия своего на меня непотребную, преподающую к иконе Твоей. Услыши скоро смиренную молитву меня грешной, принеси ее к Сыну Своем, умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом божественной благодати Своей я и очистит умы от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит меня на доброе дела и укрепит работать ему со страхом, да простит вся соделанная мною злая, да избавит вечные муки и не лишит небесного своего царствия. А преблагословенная Богородица, Ты благоизволила еси нарящися в образе своем грузинской, повелевающей всем притекать к Тебе с верой, не презри убы мини скорбного, и не попусти погибнуть мне в бездне грехов моих. На Тя побозе все мое упование, надежда, спасение, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе вовеки. Славлю и благодарю Господа, что послал мне счастье супружеского состояния. Молю Тебя, Матерь Господа и Бога и Спасителя моего, да Твоими матерними молитвами пошлет мне и супругу моему возлюбленному чада. Да дарует он мне плод чрева моего. Да устроится он волю его, во славу его. Перемени скорби души моей на радость зачатия во чреве моем. Да славлю и благодарю Тебя, Матерь Господа моего, во все дни жизни моей. Аминь. Читать далее. Икона Девы, скоропослушница, изображены мать и дитя, помогает в проблемах, требующих быстрого решения. Поэтому она больше подойдет для молитвы перед самими родами или во время активной родовой фазы. Икона поможет ребеночку родиться здоровым. Молитва на икону «Скоропослушница, преблагословенная Владычица Преснодева Богородица, Богослова паче всякого слова на спасение наше рождшее и благодать его преизобильно паче всех приявшее, море явившееся божественных дарований и чудес преснотекущее, река, изливающая благость всем, с верой к Тебе прибегающим.
чудотворному Твоему образу преподающий, молимся Тебе, Всещедрой Матери Человеколюбивого Владыки, удиви на нас пребогатая милости Твоя. И прошение наше, приносимое Тебе, скоропослушнице, ускори исполните, все иже на пользу во утешение ей спасение кое мужда устроивши. Посети преблагая рабы Твоя благодатью Твою ею подашь недугующим цель бой совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу. И различными образы страждущих утеши избави, всемилостивая госпоже, вся грата страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча. И иные казни временные и вечные, матерним Твоим дерзновением отвращающий гнев Божий и душевного расслабления, обуревания страстей. И грехопадений свободи рабы Твоя, якода непреткновенно во всяком благочестии поживше всем веце и в будущем вечных благ сподобимся. Благодатью человека любим Сына Твоего и Бога, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Читать далее. Рождение девочки просят у святой Бороскевы Пятницы, в народе именуемой Бабьей Заступницей. А появление мальчиков связывают с мольбами Александру Свирскому православному игумену, преподобному отцу, жившему затворником на Святом озере в XV веке. Молитва Пороскеве Пятницы о рождении девочки, о святая и преблаженная мученица Христова Пороскева, красота девическая. Мучеников похвало, чистот образе, великодушных зерцало премудрых удивления, веры христианские хранительницы и дольские льсти обличительницы. Евангелие божественного поборницы, заповеди Господних ревнительницы, сподобившейся прийти ко пристанищу вечного покоя. Чертузи жениха твоего Христа Бога светло веселящийся, сугубым венцем девство и мученичество украшенное. Молим тебя, святая мученица, буди о нас печальница ко Христу Богу. Его же преблаженнейшим зрением присно веселитеся, моли всемилостивого и же словом очи слепым отверзи, да избавит нас от болезни очес. Наших телесных вкупе и душевных рожжение твоими святыми молитвами темный мрак прибывший от грехов наших и спросил Отца Света свет. Благодати душевным и телесным очисем нашим просвети нас, омрачина грехми, светом Божия благодати, да Твоих ради святых молитв. Дастся безочестным сладкое зрение, а великая угодница Божия, а мужественнейшая Дева, а крепкая мученица святая Пороскева. Святыми Твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй молись о каинах и зело нерадивых грешницах, ускори на помощь нам, ибо зело немощной семы. Моли Господа, чистой девицы, моли милосердного, святая мученицы, моли жениха Твоего, непорочная Христова невеста, да Твоими молитвами. Пособство ваше, мрака же греховного избывше, во свете истинной веры и деяний божественных внедем во свет вечной дни и невечернего, во град веселья преснава, в нем же ты ныне светло блистаешь и славы веселием бесконечным, словословящий и воспевающий со всеми небесными. Силами Тресвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Читать далее. Благополучно выносить и родить здорового ребенка поможет молитва самому Господу. При возможной угрозе выкидыша женщина должна особое внимание уделить своему внутреннему, душевному состоянию, покаяться в грехах и уповать на помощь Всевышнего, не забывая, конечно, выполнять врачебные предписания и рекомендации. Молитва Господу Богу о рождении ребенка, солнечное Господнее благо, исток моей жизненной силы открой для принесения чуда. Рождение новой жизни и молиться буду исток дать ей. Насыть, Господь, силой жизни частицы мои для чудесного проявления, сольются два тела и дадут основу новой жизни, и я буду Господом. Исцелена от ограничения, и с моей жизненной силой вольется в жизнь нового существа свет небесного прикосновения. Аминь. Читать далее. Святая Матронушка Московская, так ее нежно называют за любовь к детям и страждущим, хоть сама она была слепа, поможет окрепнуть слабенькому ребенку в утробе матери и сохранит его здоровье после рождения. Молитва Матроне Московской о рождении ребенка, а, блаженная мать и Матрона, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим. Я к имущую велие дерзновение по Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорби идущих в ней плюс пребывающих и помощи от тебе просящих. Истинно Бо Слово Господне, просите и дается вам и паки, яко аще два от вас совещайте, на землю о всякой вещи, ея же аще просита. Будет им от Отца моего иже на небесех.
Услышу оба воздыхания нашей Даниси ко престолу владычню, и диже ты предстоишь ВСМ, и яко многое может пред Богом молитва праведника. Да не до конца забудет нас Господь, но презрит с высоты небесные на скорбь рабов своих и плод чрева на болезное дарует. Воистину, боги дюти хочет тако сотворить Господь Аврааму и Саре, Захарии и Елисавете, и Акиму и Анне, с ним же моли. Тако да сотворит Господь Бог и нам по милости своей неизреченному человеколюбию. Буди имя Господне благословенное отныне и до века. Аминь. Читать далее. Также при трудной беременности молятся преподобному Симеону Мироточивому, своими словами прося его дать возможность выносить малыша и без осложнений разродиться. Конечно, молитва не является панацеей от всех бед. Но помочь в зачатии, спокойно выносить и родить женщине здорового крепкого ребенка при условии соблюдения врачебных рекомендаций. Молитвы, несомненно, могут. Видео «Молитва о рождении ребенка. Популярные молитвы о детях. Молитва о рождении ребенка. Молитвы о здоровье ребенка. Материнская молитва. Молитвы о выздоровлении ребенка. Молитвы за дочь. Молитвы, чтобы дочь вышла замуж.